Уважаемые леди и джентльмены, желаю вам доброго вечера и приятной компании вместе с каналом We Love Games. Начнем буквально через несколько минут. Thank you.
We were meant for this, Nathan. You, me, together. We were destined for something great. For those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune. So, are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! Where is the artifact? Heads up! I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys, but they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. There's gotta be another way. I need you on this one. Sam! You ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like the hand we've been dealt. Немногие знают, немногие, что вот это вот лицо Нейтана Дрейка из 2007 года. Но слава богу, что на дворе 2016 год. И графон, как мы уже видели на канале наших коллег PlayStation.ru, потрясающий, потрясающий. Ну что же, друзья, леди и джентльмены, уважаемые зрители на Твиче и на Гудгейме, мы запустили нашу мыловарню и готовы вам продемонстрировать, на что же способен Дрейк уже в четвертой части под названием Uncharted 4 A Thief's End. И как уже говорил мой коллега Денис. А что это такое? Что это вот здесь такое так? Не, так не пойдет. Какая-то бяка там, смотрите. А, это, наверное, знаете что? Нет, вы подумали, что это хромакей, я неправильно установил. Нет, это мошки. Мы же в джунглях с вами. Сейчас, секунду, я на секунду пропаду и появлюсь. Сетку нужно малярийную взять с собой. Сейчас, я приду.
Хорошо. Я прогнал их. Никодные мошки. Здесь, наверное, столько болезней можно подцепить. Ах, ужас. Итак, кстати, о болезнях. Был тут недавно, перед тем, как отправиться. Я не знаю, куда мы, кстати, отправимся сегодня? В Африку? Нет? Никто не знает. Соединенные Штаты? Или это где-то в Европе? Может, в Австралию? Или, может, на какие-то острова? Нет, никто не знает. Неучим. В общем, если вы не поняли, я люблю путешествовать. Недавно был в Санкт-Петербурге в России. И заболел. Жара 25 градусов, а я заболел. Вынужден теперь сосать. Так что буду сосать весь стрим. Не обессудьте. И не только сосать. Ужас. Мадагаскар вроде. Хорошо. Здравствуйте, уважаемый Sneaker Love, экс-магистр YMEP, мистер Накао, Saved Again, Low Balance, Mammoth, Hagel, Вильданфа, Саймонс Кэт, Холли Горошер, Мазахака, Эприл Райан, здравствуйте. Гидра, Славик, СПБ, Джозеф, как ваши дела? Сильвестр Хирано. Ну и хватит. Остальных поприветствуем чуть позже. Если готовы, то ставьте единички в чатах на Гудгейме на Твиче. И мы незамедлительно начнем. К тому же, слушайте, куранты. Запись называется «Звук ночной лес». Ладно. Хорошо. Готовы. Шикарно. Погнали. Игра уже успела обновиться. Предвещая ваш вопрос, да, игра еще не вышла. Она выйдет 23:00. Или в полночь. Так уж мне повезло, что сегодня мы чуть пораньше начнем играть в Uncharted 4. Какой сексуальный мужчина, наверное, подумала Алена ФФФ и другие девушки. Sony Computer Entertainment представляет. Кстати, с праздником. Производство студии Naughty Dog. Нажмите любую кнопку надпись на экране. Нажмем. Сюжет. О, и коллективная игра есть, не обманули, действительно присутствует мультиплеер. К сожалению, бета-тест мультиплеера я в свое время пропустил, но ничего. Будет чем заняться. Так. Зов приключений, новая игра. Оставить сокровище, статистика с предыдущей игры? Нет. Я запускал буквально на 10 минут. Не подумайте. Здравствуйте, Фулгор. Итак, уровень сложности. Исследователь? Легкий, обычный и тяжелый. А что за исследователь? Если сюжет интересует вас гораздо больше, чем драки, автокорректировка ракурса камеры и помощь в прицеливании включены по умолчанию. Я думаю, что мы будем играть на обычном уровне сложности, ибо так было задумано разработчиками. Надеюсь, что даже фантомов нам позволят призвать. Так, захват цели. Во время прицеливания переключается на вражеские цели. Наверное. Автокорректировка ракурса за рулем. Не обманули, автомобили в игре тоже присутствуют. Так, окей, продолжаем. Я полагаю, что все эти настройки можно потом будет изменить в ходе игры. РТ Кнума, добро пожаловать в наше убежище. Спасибо за подписку. И мистер Серку Рилен уже 5 месяцев с нами. Мистер Мартин 87, thank you very much for your great subscription. Пока что без свистоперделок, давайте ознакомимся с сюжетной линией. Пошла загрузка, и наверняка сейчас будет море интересных заставок. Меня слышно, видно, все хорошо. Так ведь? Я человек фортуны.
и я поймаю ее за хвост. Генри Эвери. 1694 год. Кстати, в Дрейка мы играли, прошли все три части. Опа! Вот так вот внезапно. Хорошо. Черт. Это очень плохо. Держись! Держимся, мужики! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу! Господи, охренеть! Не понял, это уже игра, что ли? О боже, это уже игра, я думал, это всего лишь ролик! Ну, тогда погнали! Я их задержу! К острову нужно плыть. От кого плывем, к какому острову, непонятно. Понятно только то, что мы попали в очередной... передрягу! О боже мой! Эй, придурки! Скажите начальству, что это другое сокровище! Дениска вам такого не показывал! Ну тот, предыдущий Дениска с другого канала! Прям сразу экшен! Это из-за плану дробина! И много спойлеров! Графони-то завезли какой, а? Так, я полагаю, что нужно будет таранить наших супостатов, они... Графон потрясающий! Прекрасный, согласен с тобой. Bigger, come harder, fall. Так и не научился с первого раза правильно зачитывать твой никнейм. Прости, прости, дружище. Это большой корабль, серьезно. О боже. Меня буквально в смысле сорвало крышу. И Hopeless Wanderer тоже понравилось. Визуальная составляющая. А, это ракеты или что? Графон, смотри, какой графон! Прекрасный графон, товарищи. Прекрасный. Удерживайте их, чтобы всплыть. Ну, давай попробуем. О, графон, смотри, какой графон! Согласен, и под водой, и над водой, прекрасный графон! Нет! Сейчас бы мы с вами, друзья, пошли на корм рыбам. О, графон! Смотри, какой графон! Я понимаю, вы удивлены, я тоже. И вроде даже стабильные. От 30 до 60 FPS. Это радует. Да, Стунаэль? С праздником у тебя! О, графон! Смотри, какой графон! Ничего, скоро привыкнете к графону. Что? Я могу, что? Могу потянуть его, прикрой меня. А, что-то с движком! Говорит, прикрой меня! Хорошо. Занимаем укрытие и обучение стрельбе. Ну ладно. Я профессионал в таких играх. С автоприцеливанием, конечно же. Триадец, спасибо за 2 месяца! Пиро дель Сторчо, 7 месяцев! 360 ноу-скоп, 2 месяца! Интересно, кто это? О! Вот она, карма! Карма? Мегусто! Мне тоже понравилось, Мегусто. Спасибо за 500 рублей, наш Костула. Скорчлайн. Это какая-то корпорация? Может, это береговая охрана? Мы просто... пересекли... границу в неположенном месте. Видите, отличный графон. Мне нравятся, правда, эти волны. Это гроза, эти погодные условия и эффекты сопутствующие. Чего, нажмите, чтобы перезарядить оружие. Хорошо. О, графон, смотри, какой графон. Стригзи, благодарю вас. Добро пожаловать на канал Love Games. У нас сегодня Uncharted 4. Ты починил свой движок? Точнее, наш движок. Погнали? Все. За штурвал. Гони прямо к острову! Говорит, гони прямо к острову! Впереди скалы! Так. До свидания. Убей! Ну давай, иди сюда! Старайся за всех сил!
Я тоже стараюсь. Секунду, блин. Я давно не плавал. Мне правда очень нравится. Последний раз, наверное, в Far Cry нечто подобное. Натан. А, все хорошо, это по сюжету. Натан в детстве. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотаций, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, а все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. А Нейтан жил при... Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Что за книжка? Он не имел права ее отнимать. Кто? А ты имел право сразу махать кулаками? Я бы тоже сдачу дал сразу книжкой причем. Надеюсь, что это был гроссбук тяжелый. Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Интрига. Что бы я ни делала... Ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Да, говорят, что в этой части мы познакомимся с братом. Который вроде как погиб, а вроде как и нет. А у вас были такие истории? Вроде как вы ничего плохого не сделали? А вас все равно Сэм! Отругали. Сэм, это, видимо, брат. Так. Ну, хотя, знаете, видимо, не зря отругали пацана. Учитывая его любопытство и тягу к приключениям. Итак, глава первая. Зов приключений. Welcome, guys, welcome, everyone. This is We Love Games. And tonight we're playing Uncharted 4. Have a nice stay with us. I do believe you don't speak Russian language, but, well, anyway. Whatever! This game is about a lot of action. So please enjoy. Ладно, погнали. О, графон! Смотри, какой графон! Да, мне тоже дерево понравилось, Грей-Грей. Добро пожаловать. Спасибо. От ножки стула, кстати, поздравления всем. С великим праздником победы, уважаемые люди с чата. О, и, конечно же, вас, господин хранитель. Спасибо, ножка стула. Смотри, какой графон! А ты можешь разбиться, нет? Нет. Он цепляется за уступы. Молодец. Одной проблемой меньше. О, графон, мне щекотно. Смотри, хватит. Уйди. Уйди нахер. NTH Крайнов, добро пожаловать. И мистер Кабачок. Я на опережение работаю. Сюда по крыше давай полезть. О, графон. Смотри, какой графон. Нахер иди. Да не ты, Кабачок, а... Копия Дрейка из 2007 года. Правда, это кадр из игры, серьезно, кто не знает. В одной из заставок. Мы наблюдали именно в таком виде. Главного героя игры. Простительно, это было давно. И это была небольшая багуля. Графон! Смотри, какой графон! Друзья, я понимаю ваше восхищение. Мне тоже все очень нравится, правда? Не сюда. В смысле, не сюда? А, наверное, сюда. Графон! Смотри, какой графон! Анбой, добро пожаловать, 4 месяца. Расти Сэднес и Northern Yellow, 4 месяца. Спасибо, друзья. Главное, чтобы нас с вами сейчас не поймали такой большой дружной толпой. Графон, смотри, какой графон. Я не помню, это приют, больница или что это такое? Или это все вместе? Я здесь ради смайликов. Может, можно Расти Сэднес забанить сразу. Ради смайликов он. Бери лабутены и проваливай. Наша задача помогать таким мальчикам.
что, обделяю вниманием десяток других под моей опекой? Что вы хотите от меня? О, графон! Смотри, какой графон! Чувак, я ничего не слышу. Графон отличный, да. Отличный. Почти даже мыла нет. Успокойся, подожди. Как здесь включить... фоторежим, кстати, да. Графон. Да, даже здесь графон отличный. В меню, да, конечно, да. До свидания, пока. Прости за грубость, но нам нужно включить субтитры. Игра, управление камерой, звук, доступность. Вот это интересная закладка. Доступность. Автокорректировка, субтитры. О, видите, я по назначению. Этого не избежать. Говорит, не избежать. Вот что. Чего-то. Я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец. В общем, я трудный подросток, и, видимо, что-то от меня скрывают. Наверное, что-то про моих родителей. Мне кажется, что я узнаю раньше. Не? Cindy, welcome. And freak show 2 months in a row. Thank you so much, guys. Так, стелс, это же мое призвание. Уже 4 года как. И что, нам сюда? Я туда не хочу. Лишний повод нарваться на кого-либо. Ого. Мое досье. Вот, все, я сейчас и узнаю. Приют для мальчиков имени Святого Франциска. Доклад о поведении подопечных. Я увидел, как Эдвард отобрал у Натана книгу и стал его дразнить. Натан тут же набросился на него и сбил с ног, несмотря на то, что Эдвард крупнее него. Это про меня. Я подбежал к мальчикам и разнял их, но сорванцы уже успели как следует отлупить друг друга. Подпись: отец Райан Даффи. Ну, по крайней мере, не такая душная записка, как в Quantum Break. Простите, если вдруг вы в это время кушали и, не знаю, подавились внезапно. Please speak English, or I can English a bit. I can English a bit. So this is the main hero. His name is Nathan Drake, and he loves adventure. He's a great adventurer. He used to be an adventurer like me, but then he's got something in his knee. Так, спрятаться, окей. This is just a training, guys. That's about his background. About him and his brother. Посмотреть. Чего там? Надо к тому окну. Хорошо. Пойдем к тому окну. Ну давай. Чего давай? Ты мне говоришь, Илья? Сейчас мы... А что это, сестра? Ах ты, негодная сестра. Она курит. Вы видели? Это что такое? У тебя есть фонарик? Я понял. Ты никого не видела? Сестра Кэтрин. О! Сестра Кэтрин. Графон! Смотри, какой графон! Какой графон? Какой графон, когда здесь 27 лет на канале We Love Games, Виллиандр? Огромнейшее тебе спасибо, люблю тебя. Правда, ты один из немногих, графон, один из трех. Смотри, какой ты топ-3 на канале. Спасибо большое. И Кабадумикс, welcome. Thank you for this great subscription. Ладно. Мы могли бы изучать с вами окрестности, но нам нужно к нашему брату. Он долго нас ждать не будет. О, а вот он. Давай. That's my bro. That's my bro. Так. Какой неловкий момент. Графон, смотри, какой должен... графон. Это я вам специально показал. Первая смерть — это всегда для вас. А, не та кнопка была. Все, надо было на X нажимать. Диксер, спасибо за 5 месяцев. И мистер Велх за 2 месяца. Спасибо, что отважился.
Рад, что с нами. Рад, что решил остаться. Так, секунду. Good boy. Так. Наверное, сюда. О, графон! Смотри, какой графон! Виноградный лис? А каким шампунем вы моете голову? Так приятно пахло. Добро пожаловать. О, графон! Какая труба! Да какая физика! Боже мой! Госпитал доктор Акула! Привет! 6 месяцев с... ну... 6 сантиметров. 6 лет. Мое почтение. Мое почтение. Так, уже 2 смерти. Вы считаете? Надеюсь. Что это такое? What's that? А, flashlight. Так, это фонарик и сумка, наверное. Точняк. Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? О, графон! Ты обещал мне... Смотри, какой графон! Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты меня слышишь? Вот. А то простынешь. Ну? Так... Зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. Сюрприз? Не лезь на рожон. Я не люблю сюрпризы. Ну-ну. В особенности те, о которых говорят женщины. Это прыжок. Да, прыжок веры. И так тоже сможешь, наверное. Хватайся за руку. Ничего себе, ты легкий. Что там, не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, какой экскурсии? Это я помню. Рекурсии все. Привет, I just wanna be evil. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Отец Даффи. Окей, запомним. Сам нормальный мужик. Спасибо большое за поддержку, Хроник 5000. Привет, Дэн, привет, Чет. Чат, отличного вам дня и вечера, хорошего настроения. Девчонкам поцелуйчик. Ну, я буду раздавать, ты не против, да? Ну? Окей... По-моему, башку ударился. Ну ладно. Сюда. Какие-то ямакаси. Воу! Окей. I'm still alive. That's great. Так. Черт. Захлопнулась. Я... Вроде... Я... Камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. О, та самая сошка. Теперь? Да, теперь ты Бэтмен. Поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Как вы думаете, сколько его брату лет? Он действительно уже раз или два успел. Братиш! Я не накачался к лету, видимо. Я все же удерживаю, че он... А, это... Это же эти кнопки! Дать мне клавиатуру. Лет 20? Хорошо. Ну, тогда должен был успеть, конечно, раза два как раз. В 19 и в 20. Так. Обходим. Заграждение. А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая?
А, Кристал, ну мы то вместе, то не вместе. Ну. Вот сейчас не вместе. Ну, вы поняли. Нравится мне этот пацан. Хорош, как надо. Так. Оп! Ноги не сломай. Боже мой. Ну что? Я думал, мир Рзайджи выйдет чуть позже. Че он сказал? Тут не бьет? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Подожди, нет, я не готов. Поменьше думай. Ты сможешь. Не-не-не, даже если бы я был не в своем уме, я бы не совершил этот прыжок. Может быть, здесь где-то обходной путь есть? Братиш, ты уверен? Вы знаете, я передумал, он мне не нравится. Был бы у меня мелкий брат... Не, ну это... Ладно, ради вас. Держу! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Не отставай. Погнали дальше. Похоже на западню, согласен, куда-то он нас ведет. О, графон, явно не к девчонкам. Смотри, какой графон. Алния, вот ты что-то голову сегодня не помыл, 8 месяцев уже. Фу. Добро пожаловать, тем не менее. Алния 90, спасибо. Возможно. Но мне бы хотелось, чтобы наш брат привел нас к девчонкам. Братиш такой неопытный еще. Ну, я про нашего главного героя. Отклонить в сторону... Чего? Прыгаем. Ага. Угу. И сейчас прям сразу женская спальня. Оп. Мне тоже понравилось, как труба, да, прогнулась так под весом. Классно, кулер. Согласен. Добро пожаловать, второй месяц. Готов, Тарзан? Какой Тарзан? А, сейчас. Давай. Ага. Ну, вперед. О, графон. Смотри, какой графон. Алло! Тарзан не так делал, наверное. Подсказка. Нажмите X при полной раскачке, чтобы прыгнуть на максимальное расстояние. А, все-таки раскачиваться надо было. Ну, у Тарзана были сильные ноги, он отталкивался сразу. Улетал далеко. В джунгли. Алло! Нет, как же они это делают? Это умеет только Тарзан и... В Альпах. Как же они это... Сейчас, секунду. Тарзан. Звук. Окей, Тарзан. Крик. Вот он! Тот самый олдскульный! Шикарно. А-ля-ля-ля-ля, это то, что у меня получилось, Хоуплей. И у тебя. По факту там нечто другое. Ладно, попытка номер 3. Alright. Now I got it. Это не порно, это черно-белое кино, которое я смотрел в детстве. Порно. Не, ну порно с Тарзаном тоже было. Его я смотрел чуть позже. Сейчас бы на руки тебе наступить. Бесовый брат. Так. Забирайся на колокольню. Не запрыгну, там две горгули меня ждут. Я помню, я играл в Dark Souls. Ариан не хочет запрыгивать. Так, это странно. Не запрыгну. Давай здесь тогда.
графон! Смотри, какой графон! А вот и Хоплей подъехал. Красивый. Спасибо. Вид, а? Очень да. Красивый. Неплохо. Отличный вид, я бы сказал. О, графон! Смотри, какой графон! Да, Шномас. Как порно с Тарзаном называется? Нет! Брат, ну что ж, ты не спас ты меня! Блин. What an awkward moment. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться? Сейчас мы еще и в сток сена будем прыгать. В общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Ага. Судя по кряхтению... Блин. Не знаю, как вам, а мне вот чё-то сыкотно. Хоп, эй! Ой-ой-ой-ой! О, боже мой. Все ради сисек. Все ради сисек. Если не ради сисек, я выключаю эту игру. Да, еще говорят, брат, пример для подражания. Так, иди за мной. Иду, иду. Лирик, пойдем с нами. Че ты там на гудкейме? Пойдем с нами по крышам гулять. А знаешь что? Чего? Ты в детстве Карлсона любил, да? Ну давай, ладно. Мне очень нравится это обучение. Да, серьезно. А я за тобой. Именно то, как меня вовлекают во все это. L1. Окей. То есть этот мелкий дрищ докинет сошку до... противоположной стороны? Молодец, Нейтан. Угу. Нейтан сейчас впечатается в стенку. Ну что? Попробуем? Да пробуй, пробуй. Ой-ой. Ой, хорошо. Так. Молодец, брат. Что теперь? Ладно. После тебя. По лестнице вниз? Вы поняли, куда мы направляемся? Теперь вниз. Окей. Just do it. Nicely done. Mission accomplished. Вот и все. Прощай. Мы удрали. Приют. Ага. Что теперь, куда вы пойдете? Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? 500 кубов в этом... Цилиндровый. Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Сам купил, что ли? Видишь ли, братец, чтоб ты знал. Я пока пососу, пожалуй. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Стриптизер в детском саду, наверное. Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь. Соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало? Не ради драмы. Люди бросить. А ради дамы. Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Да у него девка появилась. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет. Ну да, конечно. Через пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но
Байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? В смысле? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? На том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Я готов. Ну, готов? Да. О, да. Готов. Что ты такое говоришь? Меня так просто не возьмешь, приятель. Давай. Сейчас, погоди. Подожди, не делай ничего. Секунду. No, Паско, Педрон и Каброн. Tú lo empezaste, pero yo voy a acabar. Графон, смотри, какой графон. Да, да, подожди, Бермонт. Спасибо за 5 месяцев. Огромное спасибо. Ну, держи, мучачос. Не ожидал? Я тебя специально развел. Chingada, este gringo sabe pelear, Да, да. Golpéalo. ¿Cómo está esto? Твою маму, мучачос. Кинотеатрос. Сегодня. Получай, ублюдок. Давай. О, нет. Спорим, кто-то будет глотать эту грязную воду. И это был не я. Ну, давай. Давай. Лесто, каброн! А вот и КТЕ. Эй, вас много, лысый. Оооо, черт! Ты напросился, это я точно. Тебе говорю. Прям с языка снял. В чем ты, пендехо? Ты пута. А че, на? Ой-ой-ой. Выйди из захвата, это UFC, UFC 3. Вон! Воин добра, спасибо за 10 месяцев! Спасибо огромное. Добро пожаловать. Рад тебя видеть. Теперь придется косплей менять. Гринго, я знаю, что такое гринго. Переводите, что он говорит. Я баста. На тебе, баста. Уяста! Уяста! Чего? На фанкуло! Voy a matar, gringo, come mierda. La cuento, por favor. Подрастешь, помутузимся. Te voy a sacar tiras por el culo. В одиночку. Увести. Его están esperando aquí, О, графон. Смотри, какой графон. Он, да ладно, Кеноби. Отличный графон, согласен. На PlayStation 4, заметь. Открой. Благодарю вас за 9 месяц. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. На тебя, что ли, насад? Ага. Перед домой. Грасиас. Амигос. И какого Дона Педро я натворил? Обрывистое повествование. Давай. Черт, а мне ведь такой сон снялся. Эй. Ладно. Тоже ненавижу, когда мне снятся сиськи, и кто-нибудь позвонит с утра, или еще какая-нибудь, не знаю, птица графон, влетит смотри, в окно. Графон. Эпизод 2. Адово место. Эй, а можно мне хоть душ принять? Заткнись. Утречка? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. Эй, придурок!
Давай наверх. Это вы ко мне, что ли? Вывожу заключенного. Булгор, может, это с тобой? Может, тебя нужно туда наверх? Я пока здесь погуляю. Ой, нет, ладно, хорошо, это значит про меня. Спасибо вам, Фулгорище. Рад тебя видеть. А я нет. Думал, эффектно получится, но нет. Ярко и влажно. Приветствую в Панаме. Эй, гринго! Ви локо исисте а Густаво? Локо! Локо! Hey, Varga, déjanoslo a nosotros. Nos encargamos Atrás. De él. ¡Назад! ¡Назад! ¡Прочь оттуда, выродки! Эй, эй, tranquilízate. Да у тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Да, 4300 человек. Готовы меня отмутузить. За все тяжкие. Ну, а чего? У тебя классная пушка. Мне туда, да? И... Эй, больно! Куда ты ловишь? Это одна сюрприза. Дивертите. Я немного знаю испанский. Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаешь. Ты лаберди. Не слушаешь. У вас здесь уютно, мужики. Ладно, ладно, успокойся. Я иду. Está mirando. Нет, амиго. Ничего. Назад. Этот поручик мне. Bien. Я ведь правильно иду? Увидишь. Пара. Нет. Не сюда. Так, не сюда. Ладно. Привет, фанат Рока. После вас. Фанат Рока! Простите, не сдержался. Это же не кабинет надзирателя, да? Мне кажется, меня сейчас выведут. Меня решили спасти? Нет? Не стоит надеяться. Да, я понял. Нечто подобное. Сюда. Куда сюда? Направо. Сюда? Сюда? О, графон! Смотри, какой графон! С приветом, да. Снимешь? Хочу в долю. Какую долю? Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. О, да. Графон! Смотри, какой графон! Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Привет, электрошип. Добро пожаловать. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше $400 миллионов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Ганки Савая, окей. Запомните. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Я уже настроил свой компас, давай. Куда я, куда идти? Райские богатства? Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не.
Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно. Вот пристал, хочу в долю, говорит, хочу я в долю. Я ищу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще... О, ты графон! Хочешь, смотри, что? Какой графон! Прекрасный графон! HXK, нижнее подчеркивание, спасибо за пятый месяц. Добро пожаловать. Спрятан с возвращением. Здесь, под столом. У ящиков. Ага, спасибо. Ален, что ты ко мне пристала, а? Сиськи свои спрячь, пожалуйста. Игру погромче, игру погромче. Ты видишь, что нельзя игру погромче, на максимуме работает. Что, я должен тебе показывать, женщина, а? Ненасытная. Звук! Пожалуйста, громкость. Видишь, 20, 20, 20, 20. У игры 20, а у тебя сколько? Понабежали бабы, бабьего царства. Это им громко, это им тихо. Мужиков себе лучше найдите. Смотрите, сколько в чате мужиков. Это вы для них громче делаете, чтобы нам приятнее было. То порой звука не добьешься. Держись. Ну вот, расплюнуть. Ага. Валёно, фу-фу-фу. Колодец какой-то. Будем спускаться? Да, пойдем. Господи, интересно же. Не-не, прыгай. Итак, что у нас здесь? Что у нас тут? Я король львиного царства, или крысиного, не знаю. Вы получили приз, первое сокровище. Ну, зашибись. О, графон! Смотри, какой графон! За штурм добро пожаловать в армию Love Games. Кстати, про армию Love Games. Ну-ка. Сейчас, если кто подпишется. Мегусто, фанат рока. Мегусто, а у нормальных людей в звуках 100 стоит. Крышечка. Wait for it, крышечка. Да нормально там все. У меня вообще 50 стоит. Все хорошо со звуком и с поддержкой, просто... Ты красавчик. Спасибо. Армия. We love games. Нормальное место, чтобы повисеть. Я накачанный мужчина. У Алены спроси. Перемещайтесь с помощью L. Ориентируйтесь с помощью R. Наверное, сюда. Будет интересно, а если я скину этот ящик? Как же я дальше пройду? Ну-ка, давайте. А, понятно, я его просто не скину. Все предусмотрено. О, графон! Смотри, какой графон! Абибок. Добро пожаловать, друг мой. Добро пожаловать к нам. 5 месяцев уже с нами. Надеюсь, тебе комфортно. В убежище тебя никто не обижает. Ни Кибро, ни фанат рока, ни Мэла Лиса. Разве что только Алена ФФФ. Нужна веревка. Нужна веревка, так, и... I need a rope for this. And I don't know where to get it. Возможно, здесь. Так, точно. Бинго. Вот мы... О, графон! О. Смотри, какой графон! Смотри, Жизел, 6 месяцев! Спасибо, Жизел. Спасибо огромное.
Сейчас. Главное не облажаться перед бабьим царством сейчас и перед Жизел в частности. Раз. Окей. Погнали. Let's go! Хорошо. Водичка какая красивая. Сразу захотелось на море. Поплавать. Маску взять с собой. Ласту не забыть. Ну да ладно. Думаю, что я не один такой. Так. Скажите мне, уважаемый зритель, как бы вы хотели, чтобы я проходил эту игру? Так, поверхностно или все-таки, чтобы мы искали... Старались, во всяком случае. Искали. Различные секретки. Я просто думал, что внизу там секретка и... Видимо, ее там не оказалось. Там поджидала меня смерть. Так. Так. Стараться, да? Хорошо, я буду стараться. Так и быть. Наверх. Блин! Что-то я как... Ну, для красного словца. Я знаю, что не любят наши женщины, дамы, когда я говорю слово «баба». Ну, как баба играю. Что-то с нервами не в порядке, видимо, в последнее время. Но сейчас ты можешь допрыгнуть? Не? А, так вот. Хорошо, хорошо. Хорошо. Тут можно съехать. Тут можно. За шест. Ну да, возможно. Спасибо, что уточнил. Возможно. Прекрасно. Возможно. Оп! Отлично. Молодец. Вот это да. С первого раза. Вижишь, как Майкер? Видел бы это сам. Я ему передам, мистер. Смотри, какой графон! 6 месяцев, Максим! Поприветствуйте, пожалуйста, уважаемые коллеги, поприветствуйте нашего зрителя. С ярким никнеймом. Доброго вечера вам, Максим. Вы только посмотрите на это, а? Красота? Нравится? Мне очень. Смотрю и вспоминаю какой-нибудь первый Far Cry. Но сейчас он, конечно, не так круто выглядит. Но по ощущениям нечто схожее. Zero Death Challenge давай. Это как? Объясни, я уже 3 раза погиб. Наверное, здесь нужно спуститься или нет? Нет. Нет, нет, нет. Сейчас, секунду. Возможно, сюда. Вот так вот, и мы просто прыгаем туда, в воду. Уп! Уип! Видимо, нет. Стога сена не... Да ладно, серьезно. What a dumb person I am. Все ради вас, уважаемые зрители, все ради вас. Видела бы это Сэм? Или он? Сэм это он или она? Напомните мне. Вперед и наверх. Вперед и наверх. Ага. Понял тебя. И чайки. Главное, чтобы не насрали. На самом деле, не правдоподобно.
Эта крыша вся в дерьме должна быть. Нужна камера на самой вершине. Камера, говорит, какая-то на... На самой вершине! Это для тебя, говорю, Алена. Ты у нас не слышишь ничего. Старая уже. Ну? Надо допрыгнуть, наверное. Здесь пойдем. Бернс насладился видом перед казнью. Привет, Имбик. О, графон! Смотри, какой графон! Да, мы уже оценили. Что-то вы поздно как-то, мистер Геральт. Что-то вы поздно спохватились. По поводу качества картинки. Но привет. Привет. А верно сюда. Упс. Все нормально, не дрейф. Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Ладно? Да, своей участи. Я не знаю, куда я сам здесь первый. Нечто подобное мы уже делали в Бэтмене. Опа, еще одно сокровище. И как я должен был его здесь найти? Я напомню, что здесь есть режим без... Ух ты, нож. Осмотреть. Ну, давайте осмотрим. Сокровище. Панамский кулон в форме кошки. О, графон. Да. Смотри, какой графон. Согласен, согласен. YCBI Бутусова. А, усы Бутусова, боже мой. Усы Бутусова, добро пожаловать. И складной нож Наваха. Можно даже приблизить. Усы Бутусова. Усы Бутусова. А как выглядели усы Бутусова? Ну-ка. Усы Бутусова. Найти. Я не знаю почему, но Google выдал мне вот эту картинку. Запрос усы Бутусова. Ну, возможно, так они и выглядят, Владимир Владимирович. Никогда не ошибается. В перерыве можем спеть Бутусова. Читать я люблю. А я думал, сейчас в тюрьмах плохо. 18 сентября 1696 года. Сегодня вечером графон! Смотри, какой графон! Мусь! Привет, Мусь! 4 месяца! Чё, графон, записка понравилась? Ну да, сейчас я зачту вслух. Итак. Мусь, ты можешь это... Не знаю. Вести себя тихо в ближайшие несколько дней, потому что я болею, и я не смогу кричать «Мус! Мус!» Понимаете, как твоя фирменная фишка так повелась, что вот именно так твой никнейм здесь прок... Me gusto. Me gusto. Да. Давайте не будем петь. Специально для фаната!
просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, и чтоб живых остались только мы с тобой, фанат. И что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих. Я лежу в темноте. На самом деле я пойду пописю, а вы пока заставку посмотрите какую-нибудь. Например, вот эту. We were meant for this, Nathan. You, me, together. We were destined for something great. For those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, oh crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune. So, are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! Where is the artifact? Heads up! I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys, but they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. There's gotta be another way. I need you on this one. Sam! You ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like the hand we've been dealt. PlayStation. Make a screenshot, PlayStation. Буквально через минуту к вам вернемся, дамы и господа. Добро пожаловать на канал We Love Games. Сегодня у нас Uncharted 4. A Thief's End. Заключительная часть серии. Нейтан Дрейк отправляется... Отправляется Нейтан Дрейк. Я не запомнил, куда. На Мадагаскар, по-моему, говорят. Ну ничего, сейчас узнаем. Сейчас узнаем буквально, буквально уже через секунд 50.
Я просто говорил, как я люблю фанат рока, то искренние чувства, но в какой-то момент я понял, что я вроде как... Ну, он понял. Главное, что он понял, он умеет читать по губам. Так что мое тебе признание, уважаемый фанат рока. Надеюсь, что ты все понял. Да я уверен, что ты все понял. Пользуясь случаем, хочу вас, дорогие друзья, поздравить с праздником 9 мая, с Днем Победы, пожелать вам мирного неба над головою. Оставайтесь такими же умницами. Соблюдайте порядок в чате. Не надо нам войн. И вот только мы вспомнили фанат рок, он поддержал нас вновь на 1000 рублей. Говорит, ВЛГ-10, спасибо, ВЛГ-лав, было мило. И в конце прошлого сообщения была капа. Крышечка, 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 wait for it, крышечка. Капа. Спасибо, Василий, разошелся что-то сегодня. Благодарю вас. Это, кстати, сувениры из Петербурга от уважаемого зрителя и коп-мастера мистера Кува. Он специально сделал джойстик в белом исполнении, дабы на контрасте он выделялся. Не подумайте, он знает, как выглядит наш логотип. Вы готовы? Отлично. Хорошо? Тогда погнали. У нас здесь до сих пор висит письмо. Так, мне нужны чаты. Чаты где вы? Твич, давай грузись. О, молодец. Хорошо. Итак, сегодня вечером повесил первого пирата из команды Эвери. Прямо на виду его подельников. Возможно, излишняя жестокость, но она вселила в их сердца страх. После я зашел в башню к заключенным. Жалкие пираты бросились мне в ноги, умоляя о пощаде. Надеюсь, что однажды я услышу эти мольбы из уст их неуловимого капитана. Флинта. Как вы думаете, что за капитан? 20 сентября 1696 года. Сегодня, когда я вешал оставшихся пиратов, одному из них хватило наглости предложить мне взятку, как раз когда ему на голову надевали мешок. Все те же расплывчатые обещания несметных сокровищ. Я спросил его, где же мне найти эти сокровища? А потом вздернул его, когда он уже начал отвечать. Не пристало мне слушать пиратское вранье. Капитан Флинт. Здрасте, Кактус Дарк, здрасте. Вы почти что вовремя. Почти ничего не пропустили. На самом деле пропустили. Поразительно, что тюрьма еще цела. Угу. Испанцы строили такие вещи на совесть. Да, испанцы молодцы. Скольких пиратов тут сгноили? Черт его знает. Может, вылезем прямо здесь? Серьезно? Ты вылезешь прямо здесь? О, графон! Смотри, какой графон! Хороший графон. Найс Приморский, 3 месяца. С возвращением. Благодарю вас. Ох. И здесь красота, и там красота. Куда ни посмотри. Учитывая, что даже меня пугают такие вещи. Помните, мы играли с вами в Nathan Drake's Collection, где все 3 игры были оптимизированы для работы с PlayStation 4. Ну и, соответственно, графон был чуть лучше, насколько я понимаю. Камера Бернса. Отлично же выглядело все. Да, это прямо номер люкс. Я бы удивился, если бы Uncharted 4 не продолжил эту традицию. Начать. Что это такое? И какой же смысл в этих закорючках? Вот и первая загадка. О, графон! И смотри, поможет нам ее разгадать мистер Двален. Двален, давай, подсказывай, куда нажимать. Добро пожаловать. Проверка боем. Где боты? В жопе.
Не, ну давай поговорим о судьбе ботов, давай. У нас здесь Uncharted 4, нам специально ребята предоставили, за что мы огромное спасибо, пресс-кит-версию, мы стримим раньше всех. Но, блин, давай поговорим про ботов. Почему же ботов нет? А как тяжело живется на Руси без ботов? Ядрить, где же боты, сука? Графоуни. Графоуни, наконец-то он есть в этой игре. Кейгазм поддерживает Фантомик 87, как всегда вовремя, в момент смены сцены, на 1000 рублей, Фантомик. Ты сегодня в жопу не идешь, спасибо тебе огромное. Итак, продолжаем. Еще вопросы про ботов? Да, я бы тоже так сделал. О, боже, эти вопросы. Из чата. Так, здесь у нас... Цифры римские. 3, 4, 1, 10, 5, 3, 7. Стрелка компаса указывает на юг. Да. Количество дней... Который он отсидел в этой камере. Или она, не знаю. Ну да ладно, можно... Возможно, солнце просто выйти луна? Стоит. Солнце, луна, так. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Да? Спасибо, фанат Рока. Я так понял, кто не донатит, тот идет в жопу. Ну да. Конечно. Всегда так было на канале у Love Games. Ты что? Это же Денрус, донаты и подписки. Наше кредо. А, вот и вторая часть. Ну-ка. Оказывается, здесь записки-то переворачивать нужно. Разработчики пошли дальше. И чего? Приблизить? Вертеть. Эта игра очень понравится Гитману. Он любит вертеть. Свернуть. Вот так лучше. А, нифига себе. Знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион. Стрельцы и скорпионы есть в чатах? Стрелец и скорпион. Хорошо. Якорь и М с хвостиком. Якорь и М с хвостиком. Якорь. Якорь. Ядри, где я? А якорь это 10. 10 и 2. 12. 10. Римская цифра 10. Ага. Ничего. Ничего. Херово. Как там в письме? Ну, как там в письме 10 и 2, так вообще-то 12. Ну вот, наверное. 10 и 2. Крест и две черты. О боже, да я гений. Аккумулятор у пользователя DualShock разряжается. Иисус. Оливер Вертон, добро пожаловать вас с праздником. Фанат, ты уже давно не идешь в жопу, угомонись. Тогда каждый стрим буду кидать по одной копейке, чтобы не быть в жопе. Так минимум-то 100, не получится у тебя ничего. Здесь ведущий еврей. Мегусто. Дигна фактис рекипимус. Что в переводе на русский означает... Графон. А, что перевод на русский означает графон. Хорошо. Хорошо. Буду знать. Спасибо. Что подсказал, Кубик Рубик?
Мекусто. Ладно. Пора назад. Возможно, этот крест является ключом. Или мы отсюда не выйдем. Спасибо большое за поддержку фанату Рока и мистеру Колубану. Пожалуй, тоже значу. Не хочу идти в жопу. Это работает. Кейк, здравствуй, как твои дела? С праздником тебя. О, графон! Смотри, какой графон! Графон! А, то есть до этого он не хотел открывать дверь. Он знал, что в этой камере сокровище. Некусто. Мелулиса тоже не идет в жопу. Это прекрасный Evil Грачик. Спасибо большое за 2 месяца. Доброго вечера, отличного стрима. ВЛГМРРР. Спасибо большое за потрясающую сходку в Москве. И ребятам-организаторам тоже. ВЛГ-10, фанат Рока. Некусто. Диванный аналитик присутствовал на встрече, но уже в Петербурге. Привет тебе. Оп! Сейчас, секунду, я спущусь. А еще песня есть, нам понравилась. Не за что. Не за что. Ты просто падай. Не? Че ты от меня хочешь, а? L1. Удержите L1 и спуститесь по веревке с пол... Ага. Что теперь? Теперь просто спрыгивай. О, черт. Воу! Так. Больше всего в играх я ненавижу канализацию. Вы об этом знаете? Графон! Смотри, какой графон! Ничего особенного, обычные черно-белые кусты. Но, тем не менее, добро пожаловать, Кверта. И вниз. Что теперь? Наверное, по решетке наверх. Некусто. Что в переводе на русский означает «мне нравится». Фанат Рока сообщает: как ты и просил, я развел их на донаты, обращайся. Фанат Рока мне подарил книгу про заповеди «Кодекс братана». Да. Фанат, угомонись. Все, давай смотреть игру. Спасибо тебе огромное. Ладно, еще раз. Подожди. No, I'm not ready, you fucking sick dickhead! Нужно было зайти с другой стороны и уже на скате запрыгивать на стенку. Тихо. Right over here. Вот, вот здесь прыгаем. Okay. Are you guys ready? Let's do it! Йоу! Yeah! Хелпуни, 10 месяцев! Thank you for this great 3-sub! 10 months in row! That is great! Давай, все, погнали! Бедное мое плечо. О, у меня, кстати, тоже недавно плечо болело очень сильно. Все в падении? Думаю, да. Какая между нами связь? Ладно. О, нет. Да, детка, я знаю, что делать, не переживай. Оп! Отлично. Ну, видишь, готово. А ты орешь, как баба. Ну, серьезно, даже я выше прыгаю. Мегусто. А я вредный, я не буду зачитывать слух. Просто скажу спасибо тебе огромное.
Мне нужно сконцентрироваться на игре. Тем более, что нас ждет злой мексиканец. Добрался. Угу, амиго. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен. Зато мы нашли 2000 рублей. Я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Вот врунишка. Не пали! Стигер, не пали, что ты делаешь? Может быть, есть какой-то архив. Ага, хорошо, тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он со всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Твое лицо, когда фанат твой донат отдает другому. Ах, вот оно что. Вновь деньги отмывает. Я понял. Я понял, Crazy Dumpling. Ну, прости. Когда с ним. Но мне тоже очень приятно. Свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. О, боже. Ну, я актер получше. Che puedo desira, fuerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Господи, ну у тебя и видок. Ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп, стоп. Давай-ка, не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. О, графон! Смотри, какой графон! Да успокойся уже, боже мой. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Но сперва письмо прочел. Какой графон? Ты вообще ведущего видел, графон? Это что? И что он теперь хочет? Что за текстура лица? Ну, конечно. Графон. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? О, охренеть. Эй. Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Нет? Да, не а, это не... Сани гвоздей, а я-то думал. Не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Мы получаем... Нам воздается что-то по графу. Делам нашим. А, кто-то меня обманул. А нам воздается по делам нашим. Ну, знаешь, детство в католическом приюте... Это его брак, кстати. Святой Дисмос. Вроде как. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. Ну, на Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Ты помнишь? Существует собор святого Дисмоса. Спасибо. В Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался. Пошли на Эдварда. Пора уже на свободу.
Сейчас досмотрим заставку, я обязательно зачитаю ваше сообщение. Это с ним ты поссорился? Да. Не знаю, я ему морду набил. Столько друзей. Я dije que no habíamos terminado. Mira, терминадо. Не нравится мне слово терминадо. Кино сале. Эй, звучит как терминейт. Ладно. Давай, наших бьют мужики! Фанат Рок, подключайся. Я знаю, ты любишь драки. Упс, спасибо. Humiliating defeat. Hora de irse, gringo. Sam, мне нужна помощь. Да откуда их столько? Все заключенные, что ли, сбежались? Мужики, может просто свалим отсюда? Да ты надоел со своим захватом. Это реально UFC какой-то. Ой-ой-ой. Ve con Dios, pendejo. Меня убили? Но при этом я же все правильно делал. Больно это было. Эй, отстань! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. Успокойтесь все, придурки. ¿Qué es esto? Это что такое, бля? Что? Ana. Что это такое? Подай сюда. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись! Кем себя возомнил? Евлосу Селда! Это пошли отсюда нахер! Уведите их! Ты... Деханес! Вам звездец! Я сказал вам звездец! Ну, давай поговорим. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас? Ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй. Он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. Да соглашайся. 25 это норм. 25. 25 нормально. Что скажете, парни? Ну что, согласен? Ну? Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Вот и хорошо. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Господи! За
Зачем? Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! Ну да, 100 лямов толстому мексиканцу это достаточно много. Твою же! Рэй, куда бежим-то? К маяку! Варгас сказал, лодка будет под ним. Куда? Не знаю я. Пойдем наружу, сообрази. Тупик! В окно направо! Скорее! Я просто догадался. Ух, какие ненадежные мексиканские решетки! Я не вижу маяка. Давайте сначала... It's parkour time! Да-да-да-да! Не чисен! Por favor! Я за тобой, иди дальше! Ядрить, Иисус! Давай, Сэм! Дай подсажу! Да, после вас! Нелегкая жизнь у ансабов, нелегкая! Воу-воу-воу, no, you gotta be kidding me. Ну все, мне капец. Ну здравствуйте. Серьезно? Серьезно, давай, давай. Опа. Только сегодня, только на канале Улов Геймс. Уроки испанского языка. Вот и все. Погнали. Так. Ты думаешь, он свалит без нас? Нет, если успеем. Давай, я за тобой. Вновь эти вентиляции. Еще и воняет. Они повсюду. Ничего, идем дальше. Хорошо. Вроде можно. Лабиринт. Они не хотят, чтобы мы сбежали. Предлагаю приться на землю. Я согласен. Эй, Рэй! Рад тебя видеть! Опусти нам лестницу. Мы близко. Крики моя. Ага. Спасибо. Все по плану. Да-да-да. Гораздо радоваться. Нас не видят сюда. Давай. Давай, товарищ. О, мама мия! Мама мия! Мама! Давай беги, что ты делаешь? Прямой Дрейк. А тут ты пушку-то уже взял. Давай, я подниму. Давай, Сэм, прыгай. Держу. Как старые добрые. Сэм, нет. Нет, держись. Сэм. Дай вторую руку! Давай, Сэм! Нет! Сэм! Надо сваливать! Нет, он еще там! Его больше нет! Быстро, лодка прямо под стеной! Нет, не могу! Не могу его бросить! Нейт, твой брат погиб! Выбирай, ты со мной или с ним!
Да, как хочешь. Не, ну, в принципе, учитывая, то, сколько стреляли... Сэр, господи... Говорят, что он вернется, не переживай. Я надеюсь. Ух ты. Так, надо сваливать. Нет, если любишь, отпусти, здесь это не работает, овсянка. Дай что за черный иду. Юмор? Иди дальше. Вы должны вставить грустных котов. Боже мой! Sony Computer Entertainment представляет производство студии Naughty Dog Uncharted 4. Конец варежки. В главных ролях Мисс Тромс, Ксения Кэтс, Анбой, Лерн Виверн, DM1, Шеги Маус 06, Славик СПБ, Злой Человек, Волчишка, Дездор, Дед Найт, Бурик, Ликвид Галакси, Пунтера, Двалин, Аленов, нет, Сильвестр Хирана, Роман Спринг, Лили Эйн, Флексен Вон, Саймон Кэтс, Геральт, Кабачок, Скваторикс, Джонни Даунер. Шоквейв. Шоквейв с хорошим графоном, да, несомненно. Мистер Накао, Войд Уокер, Сарджелен, Виллиандр, Кубик Рубик, Хатчек, Овсянка Эвридей, Ножка Стула, Найт Вулф, Нечто... Хрустящая, Майкл Савелла, Гоша Лоджерс и другие. Это была игра Uncharted 4, друзья. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Да не шучу, конечно. Это только начало. Упоролись, что ли? Наркоманы. Liquid Galaxy поджал на 100 рублей, говорит, подписался на 3 месяца, не показал. Это типа Tomb Raider игра, только мужик. Это типа Tomb Raider, только без сисек. Да. Да, спасибо. Ну... Готово. Спустился на дно. На дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет. Пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял. Будь на связи. Хорошо. Эпизод 3. Дело в Малайзии. Эй, по моим часам обалдеть. У тебя четверть баллона. Всплывешь? Не, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Надеюсь, что всплыл. Нейт, ну что ты делаешь? А что я делаю? Ты что не делал, дедося? Ты, наверное, заслышал? Видите же? Блин, только сейчас вспомнил, что эта трубка Гитмана после Испании осталась, я свою же забыл. Еду не к тому, что я брезгую, но просто давно о, пролежало. Графон, смотри, какой графон. Отличный графон, Карт Бадли, добро пожаловать. Что-то нашел. Что там?
Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камни ударилось. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Не испытывай мое терпение, Дрейк. По-моему, это самолет. А нет, фура. А, вот ты где. Пошел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Оси крепкие. За них можно и поднять. Хорошая мысль. Поехали. Ну давай, что там у нас? Сокровища, наверное. Есть. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3, 4. Трек, давай быстрее, я скоро ничего не буду видеть. Пойду их искать. Стоп, стоп. Что? Поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Точно и маску протру заодно. Ха, один есть. Черт! Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь, вот за это тебе и платят. Ну да. Я не пойму, мне на поверхность или что? Давай, Найт, соберись. В смысле соберись? Куда мне плыть-то? Блин, какая вода мутная. Ни черта не видно. О, графон! Смотри, какой графон! А ты что за рыба? SK Nilman, thank you for the sub. Thank you so much. I'm happy to greet you at Wheel of Games. Sorry, I've got an assignment to do. Что? Ящик найти, еще один... А, еще один ящик найти, хорошо. Я ничего не вижу. I need to find a crate. Somewhere here. Should be. Ah, maybe here. Ah, I found it. Нашел второй ящик. Good. Один есть, один ищем. В смысле один есть? Я нашел уже два. Почти на месте. Ладно, жду вас. Повторно нажимать что? Надо сюда. Учти, я не хочу искать еще и тебя. Хватит фуры. Хорошо. Как его опустить-то? Один ящик закрепил. А, нужно закрепить. Отлично. Ящик. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Давай, цепляй. Сейчас еще один достану. А, этот нельзя достать. Сначала поднимайте. Спускаем. Давай. Все, на месте. Цепляй фуру. Мы ее приподнимем. Хорошо. Я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать. Ага. Ну или мы сейчас поднимем, либо оторвем шасси. Привязывай. О, графон! Смотри, какой графон! Уйди! Уйди, Твитлер! Не мешай! Ну привязал ты или чё? Я не пойму!
Мы чё? Нифига себе. Это что, прям так надо делать? Надо. Так, один есть. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься. Блин. С Денисом все хорошо. Со мной уже давно все плохо. Еще с того самого момента, как я начал фаб-шалаш строить в Клауде четвертом. И второй. Фура подцеплена. Ну можно все? Пощить? Ладно, отойди, мы ее поднимем. Отхожу. Отплываю. Куда отойди? Все, давайте. И поднимаем. Так, хватит? Да, о, графон! Смотри, какой графон! Габблзур, спасибо, что оценил графон! Добро пожаловать, спасибо за 19 месяцев! Чего я проснулся? Что надо делать, Габблзур? Куда теперь? Наверх? Наверное, наверх. Нейт, ну что ты делаешь? А что я делаю? Тут... Ядрин, что я... Как... О, я дошел, спасибо. Ящик-то... Ой, она в дозу залилась. Ой, как... О, боже, как неприятно. Ой, соленая вода. Какой ящик к чертям? О, черт. А, еще один... Да, точно, еще один ящик. Нашел второй ящик. Положу к остальным. Давай, давай. Вот так. Давай быстрее, пожалуйста, я не могу больше. Нет. Давай выбираться уж отсюда, пожалуйста. Весь груз в целости и сохранности. И воздух еще. На 5 минут. Надо же. Целых 5 минут? Пощади, Дрейк! Ты поладишь, поищешь там другие сокровища. Не, не хочу, спасибо. Не, ладно. Вот, правильно. Тебя прокатить? Да. Да. Пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Фу, я... Красота. Ты как, Нейт? Я рад. Офигенно. Неделю буду рыбой гонять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Как дела, Варнер? Ваш здоровье, мужики! Отлично справились! Говорят, раны в соленой воде заживают быстрее. Спасибо, Хоплей, за поддержку. Могу тебе, наконец-то, лично... Рад, что вернулся, Дрейк. Да, передать благодарность. Бросай снаряд. Если у меня вдруг потечет сопля, вы мне обязательно скажите. Спасибо. Так всегда, когда... ныряешь. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а? Красота. О. Скажу прямо, работать ты умеешь очень шустро.
4 года уже работаем, спасибо за комплимент. Что, это комплимент? Я потрясен. Не, наповал поражает твой запах. Не знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминает. Че, серьезно, он сказал мамку? Ядрить, это офигенная игра. 10 из 10, шуточки-то. Боже мой. А, так это... Крышка-то зеленая, господи. Мог бы сразу догадаться. Шутки за 300. Привет. А тракторист среди вас есть? Привет. Привет. Как оно? А ты как думал? Все поднял? Все в целости. Ну ты у нас отличник. Я улучшаю вам репутацию. А могли с ними не общаться. Исключительно ваш выбор. Эй, там, на корабле! Эй, сколько вы здесь пробудете? Мы только подняли эту штуку. Минут 30. Еще час. Сварай, я сказал минут 30. Другие корабли ждут. Не волнуйтесь. Тебя можно скинуть за борт? Нет. Бюрократы отстают от жизни лет на 10. Потом закончу. Мой герой. Пошли, глянем, что ты принес. Давай в следующий раз кто-нибудь другой поработает. А ты отдохнешь? Нет уж. Я спасибо. Не против. Лучше нырять, чем торчать в контейнере. Не-не, нырять мы больше не будем. Все равно. Понырять теперь еще не скоро придется. Погоди, а контракт на четверг? Mm-mm. Да ладно. Цену перебили. Ты издеваешься? Ну да, конкуренция. А ну-ка, давай. Окажешь честь. Так, а там коллекционное издание, да? Dark Souls. Ну что, друзья, кто после стрима, или кто уже в процессе находится покупки Uncharted 4, заинтриговали вас игрой? Понравилось? По мне так очень. Да, давай. Спасибо. Она хороша. Сопля вылетела? Что ты врешь-то? А хотя да. О, чё там? Ты смотри. Ну, походу, Денрузу здесь. А? Медная проволока? Ну, ты не поверишь, серьезно? Сколько эта хрень стоит. Сколько? Потому-то клиенты платят такие денежища. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Медный провод. Ну, лично я ожидал как минимум золотые слитки. Ну, что поделать. Подожди, Нейт. Графон! Смотри, эй, какой графон! Для тебя презент. Презент? Что это? Спасибо, Мишо Острый. Из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. А, весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я... Ему доверил бы это дело, а он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как... Чем-то Натан Дрейк напоминает мне Ивана Голливуда. Лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Вот сейчас вот. Нет. Вылитый Иван. Я не могу. И тебе не советую. Да, Ходчик? Ну ты возьми почитать.
Ради меня, я а? Не передумаю. Тем более, чтобы не почитать. Правда? Привет, Карли, ребятишка. Передам. Угу. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Я подумаю, хорошо. Давай. Хорошего дня. Видно, серьезная работа. Круг поисков сужен. Эх, было бы круто. О, графон! Смотри, какой графон! Отличный графон! Просто сногсшибательный! Боже, голова кругом! Что делать, что делать? Какой графон? 10 из 10! Да. Алиса, кудесница Алиса. О, графон! И Бродкастер ТВ! Спасибо! Мальчишки и девчонки, а также их родители... Ведь многие смотрят наш канал с семьями. Я уже проверил, действительно так. Спасибо. Олесь 71 и Бродкастер ТВ. Вот он ушлый. А? Нет, нет, нет. В этот раз без меня. Эпизод 4. Обычная жизнь. Вот по мне. Сэр Фрэнсис Дрейк. Золотая монетка. Австралийский дублон найден в немецкой подлодке. В самом сердце джунглей. Круто. Ну, знатоки. Из какой части немецкая подлодка? В джунглях, вспоминайте. Первый, второй или третий части Uncharted. Сэр Фрэнсис Дрейк спас жизнь Салли. Вот и мы. Found this on my old camera. Thought you'd like to have it. Нашла на своей старой камере. Подумал, что тебе понравится. Хорошо, хорошо. Но подлодка немецкая явно не из третьей части. Хотя такие варианты тоже были. По-моему, все-таки со второй. Кто-то из вас точно отгадал, потому что проскочили все три варианта. Ну, вообще вторая. А это что за инструмент? What kind of tool that is? А, это насос, наверное. Весьма догадка. Это отсылка к предыдущим частям. Я скучаю. Очень здорово сделали. Я скучаю, да, да, проводник наш. Я был тогда еще молод. Nate and Tenzin. Сэр Фрэнсис и его загадки. Помню эту штуку. Правда, я не помню, что мы с ней делали. За кусок смолы погибло столько людей. Можно это потрясти. Вдруг она взорвется, если ее долго трясти. Попробуем. Может, там какая-нибудь пасхалка или ачивка вылезет. Там потряси 100 раз. Может такое быть?
Будем трясти? Потряси и получи донат. Здорово, по-моему, это работает. Еще? Усы Бутусова, спасибо за 500 рублей. Слушай, а если у тебя были бы усы, то какие усы ты бы носил? Братишка, 2 месяца, добро пожаловать! This is DJ We Love Games. We're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune. So, are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! Where is the artifact? Heads up! I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys, but they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. There's got to be another way. I need you on this one. Stop! You ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like the hand we've been dealt. Ах, уж этот PlayStation. Ну, продолжаем наши приключения. Добро пожаловать на канал We Love Games. Если вы у нас впервые, то позвольте воспользоваться этой рекламной паузой и прорекламировать наши социальные ресурсы. Хотя, идите вы в жопу, сами все найдете, если вам интересно. Найдете нас и ВКонтакте, и в Твиттере, и на Ютубе. Большие мальчики уже. И девочки. Правильно? Все.
О, графон, да. Смотри, какой графон. Да, папа, только тебя и ждали. Пошевели усами. А, ты уже шевелишь, я вижу, да. Спасибо стримеру 73, что предоставил усатый смайлик. Усы — это хорошо. Добро пожаловать. И мистер Давиот 208, 2 месяца. Мистер Лекс 84, привет, уважаемый друг. 13 месяцев, надеюсь, у тебя все хорошо. Drugs and Smoke has subscribed. Drugs and Smoke. А, ну, наверное, после моего танца. Да, я тебя вдохновил. Ну что ж, ну, добро пожаловать, да. Где твоя помощь, святой Дизмос? О, графон. Это не Иисус. Смотри, какой это не Иисус. Фон. Отличный графон. Спасибо, Келнор. Добро пожаловать. Уу. Армия. Мне очень приятно, что вы с нами сегодня. First aid kit. Нам она не пригодится, это аптечка первой помощи, ввиду того, что здесь регенерация, укрытие, перекаты. Это безумная история. Все в лучших традициях. Игр современности. О, графон. И Ram of the Pillars. Смотри, какой графон. Да я вижу. Хороший графон, я подтверждаю, правда. Читать. Хлоя. K.H. Frost, 4 месяца. Добро пожаловать. А вот и Хлоя. Нейт, как дела? Я, как обычно, промышляю понемногу то тут, то там. В скобочках, я не проститутка, да? Ничего крупного, но скучать не приходится. Да и карманы не пустуют. Подвернулась сейчас одна работенка. Как раз для тебя. Так что, если захочешь вспомнить старые добрые времена, дай мне знать. С любовью, Хлоя. Больше не в моем стиле. Лаги, ну что поделаешь, терпить. Когда-нибудь они закончатся, и вы им предлагаете установить трансляцию. Спасибо, мы в курсе. О данной проблеме мы делаем все возможное, в скором времени устраним. Когда, не знаю, но скоро устраним. Да, попробуйте перезагрузить компьютер. Ага, да, у вас роутер, да, роутер отключите напрямую к компьютеру, подключите кабель. Да, ну главное перезапустите компьютер. А лучше Windows переустановить, да, Windows, да, переустановите на десятку, конечно. Угу. Спасибо, что позвонили. Да, хорошего дня. С праздниками. Графон. Смотри, какой графон. Хороший графон. Хороший. Мой пистолет из детства. Не забывайте, что у вас есть всегда возможность. Ты упоролся, что ли? Смотри, какой графон! Снова в деле. Слушайте, это... Живый пластик. Ну, черт побери, мне нравится! Боже мой! Вот так. Чемпион! О май гад! This is amazing! А этот звук, боже мой. Прощай. Так тебе. Нет, патронов нет. Ладно, давай все-таки выбираться отсюда. Чё-то мы с тобой упоролись, уважаемый Нейтан. Дрик. Сейчас спущусь. Наверное, нам сюда. Отлично. Ну, привет, Арксис ПБ. Отлично, повеселились. Вспомнил детство. Прошу прощения.
Негусто, мой господин. Спасибо за 100 рублей. Игрушечные пистолетики, сообщает мой господин, только для настоящих мужиков. И труп невестки, кстати, 2 месяца. И, кстати, Big Crazy World 4 месяца. Благодарю. Ну что, хотите, можем на этом остановиться. В том плане, что мы перезапустим трансляцию на другой сервер. Но пока вроде дропов нет. То есть они были, я подтверждаю. Дропы, уважаемые ютуберы, это кто с нас... Я обращаюсь к тем, кто нас будет смотреть на ютубе. Это когда либо интернет не справляется у стримера, либо сервер у Твича не справляется. Смотри, какой графон! Не хотелось бы перезапускать трансляцию, но дропы все же есть. Спасибо, Кадиня, за 13 месяцев. Добро пожаловать. Наш олдскульщик. Мы можем подождать, мы можем поговорить о многом, друзья, о многом. Негусто. SD Крыса побежал на 100 рублей, сообщает, в конце концов, всех с праздником, с Днем Победы. Мирного неба над головой вашей. Тутошо. Спасибо, 4 месяца. Графон. Смотри, какой графон. Звук идет, а видео останавливается. Ну, давайте попробуем выбрать другой сервер. Давайте, давайте. Итак, друзья, это была первая часть Uncharted 4 на канале We Love Games. Это была прямая трансляция, поэтому все свистоперделки, свисты и перделки присутствовали. Это не просто запись, это прямой эфир. Вы должны понимать, сейчас мы уходим на другой сервер, поэтому трансляция ненадолго, но буквально секунд на 20 уйдет в офлайн, а потом вновь вернется. Ясно? Понятненько? Все, давайте. И на ютубе, естественно, это будет первая часть, потом будет вторая часть и так далее, и так далее. В общем, всем приятного просмотра. До встречи. I'll be back in 1 minute.